Добрый день, дорогие друзья. Сегодня для вас поют музыкальная семья Герасимовых из Челябинска, заслуженные артисты России Лариса и Виктор Герасимовы и лауреат международных конкурсов Марина Герасимова. И на сцене мы фамилии Марины не меняем, хотя она мама уже двух детей и ждет еще третьего. И вот такие мы богатые. Прозвучала песня Григория Пономаренко «Я лечу над Россией», а сейчас прозвучит песня нашего земляка Юрия Гаврилова из Кургана «Гармонь». Русская гармонь. Все тропинки прошла.
И вновь для вас поет Марина Герасимова. Песня, которую подарил Марине саратовский композитор Игорь Дорогнов. Про то, как казак ехал с войны. Она так и называется «Казачья». Сегодня столько радостных лиц, и несмотря на то, что на улице